SCP-1488 – частично роботизированные черепахи. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. SCP-1488-001-214. Начало сноски. Номера, принадлежавшие умершим особям, не переназначались. В настоящее время популяция включает в себя 183 особи. Смотрите таблицу 1488-07-Б на предмет материалов текущих исследований и дат нейтрализации. Конец носки. Содержится в зоне 15 в подземном загоне в искусственном освещением и климат-контроле, имитирующим условия мексиканской области Больсон-де-Мапими с учетом сезонных колебаний. Пища и вода доставляются в загон по мере необходимости через защищенные коридоры, оснащенные освинцованными дверями. В загоне установлены антенны для приема передач особей SCP-1488. Каждые 24 часа исследователь изымает записи передачи. В центре загона установлено орудие для электромагнитного импульса, постоянно заряженное и готовое к применению. В различных районах на севере Мексики дислоцированы 6 роботизированных устройств удаленного захвата R3V-1488-1-6 для каталогизации и захвата предполагаемых особей SCP-1488 с целью пометить и выпустить их, либо доставить в зону 15 для классификации как SCP. Лаборантам, назначенным на SCP-1488, следует помнить, что устройства R3V регулярно выходят на связь с зоной 15 и что все сообщения должны быть рассмотрены и запротоколированы в течение 24 часов. Поскольку большое число особей SCP-1488 считается необнаруженными, два лаборанта, назначенные для регулярного мониторинга интернет-аукционов, заповедников и нелицензионных зоомагазинов и оповещения руководителей проекта в случае появления особей SCP-1488, ввиду интереса к данному виду организации по сохранению и восстановлению дикой природы, как минимум в одно из значимых агентств, контролирующих эти проекты, внедрены представители фонда. Описание. Особи SCP-1488 изначально были идентифицированы как особи вида мексиканской гигантской черепахи, усовершенствованные путем имплантации электронных и механических компонентов. Однако более подробное исследование показало, что наиболее старые особи в среднем содержат большее количество искусственных компонентов, и что аномальные родители способны производить неаномальные потомства. А недавние археологические открытия... Начало сноски. К примеру, смотрите документы 1488-51-ARC-WEIRD. Гигантские доисторические черепахи с искусственными конечностями в Мексике на сайте засекречено.com от дата засекречена и соответствующие протоколы инцидента, дезинформации, амнезирования и прочее. Конец носки. Указывают, что в прошлом особи имели гораздо больше синтетических компонентов, нежели сейчас. Эти данные в дополнение к огромному количеству обнаруженных особей. Начало сноски. Предположительно, существует примерно 850 особей SCP-1488 на популяцию, оцененную не относящейся к фондам про природоохранной группы в более чем 10 тысяч особей. Конец носки. Убедительно свидетельствует, что вид черепах большей частью или даже полностью представлен роботизированными машинами в различной мере, ассимилированных неизвестным на сегодня способом среди представителей рода черепахи. В то время как и большинство гигантских черепах, отнесенных к SCP-1488, являются полностью биологическими, неаномальными и полностью интегрированными в экосистему бассейна Мапими. Около 8,5% обнаруженных до сих пор особей обладают рудиментарными коммуникационными устройствами в виде составных металлических сфер 18 мм в диаметре со сложной внутренней структурой, встроенные под самой высокой точкой панциря,
Почти все обнаруженные устройства, по-видимому, функционируют периодически, излучая сигналы в диапазоне засекречено. Коммуникационные устройства являются наиболее распространенной аномалией SCP-1488, но часто они также сопровождаются одной или более из ниже перечисленных. Одна или несколько частично автоматизированных конечностей, подпанцирные солнечные батареи, серия откалиброванных оптических линз, спектроскопические трубы с остатками излучателей альфа-частиц, инструменты для рытья или экскавации, электроприводные магнитные катушки, инструменты для сверления и с цилиндрическим и долотообразным бором. Следует отметить, что вышеперечисленные элементы всегда обнаружились в нерабочем состоянии и во всех случаях были идентифицированы только по форме. Инцидент 1488-Дельта, 1990 засекреченный год. Два из трех активных на тот момент устройства R3V-1488, а также приемники зоны 15 одновременно зарегистрировали значительное увеличение активности на радиочастоте засекречено общей продолжительностью 132 секунды. Примерно 70 часов спустя был получен ответ из определенной установленной точки альфа. Начало сноски. Подробнее об определении координат тел, находящихся в воздухе, можно прочесть здесь. Конец сноски. Засекречено. Склонением засекречено. Начало сноски. Область неба, в которой на тот момент не находилось или не было обнаружено никаких объектов. Конец сноски. В отличие от относительно короткой продолжительности и сравнительно узкого диапазона частот исходящего всплеска, ответный сигнал продолжался в течение 7 часов и 45 минут и занимал гораздо более широкий диапазон частот, причинив разнообразные беспрецедентные радиологические, метеорологические и геологические явления, такие как удалено в глобальном масштабе. После инцидента 1488-Дельта протоколы содержания особей SCP-1488 были пересмотрены. Количество устройств R3V, назначенных на SCP-1488, увеличено в 2 раза в целях уменьшения вероятности повторения инцидента.